Оборудование для реакторов мощностью в 1 000 000 кВт для атомных электростанций станет в нынешней пятилетке серийной продукцией Ленинградского объединения «Ижорский завод». Встав на ударную трудовую вахту в честь 60-летия образования СССР, бригада слесарей-сборщиков, которой руководит Анатолий Михайлович Улитенко, решила выполнить задание второго года 11-й пятилетки к октябрьским праздникам. Завершается обработка первого 300-тонного стального цилиндра реактора. Здесь энергия атома превратит воду в пар и заставит работать лопасти турбин. Точность обработки до микрона. Такие уникальные агрегаты позволят выполнить задачу, поставленную 26-м съездом КПСС, ввести в нынешней пятилетке на атомных электростанциях страны мощности в 24-25 миллионов киловатт.